Всем привет, меня зовут Максим, канал DJ Family, продолжаем Uncharted. Так, пацаны, хватит, ой, каску сбил, но чувака не убил. Граната, я понял. Конечно, да. Нейт! Окей, надо куда-то в другое место, походу. Да что так много-то вас, а? Все, убил, отлично. Ой-ой-ой, сбоку идет. Гад. Ой, бежать. Да ёшки-матрёшки, да идите вы в жопу. Я туда вообще не пойду тогда. Логично. Ой, отлично. Вот это хорошо. Даже призик получили. Ты откуда там? Дай. Серьезно? Это вот так вот начинается игра? Пока его там нет. А вот теперь есть. Если бы Хлойка мне еще помогала, но она не помогает. Ой, Ленка. Подожди. Обратно. Все, присосался. Хорош, пока живем. А им, конечно, зашкаливает. Ну, куда без этого? Напомню, что это Uncharted 2. Среди воров. Называет. Крышка? Какая крышка? Блять! Серьезно? Все, патроны закончились. Между прочим. Отлично. Да кто там взрывает? Ты что ли? Нет. Вот базучик. Ладно. Ты убила всех? Ладно. Фух. Нет! Нет, не убил, говорит. Говорит, не убил. Да, вдали из дробовика, конечно, то еще. Удовольствие стрелять. Не, не хочу такой. Вот гранатки, да. Не, дробовик. Гробовик беру, гробовик. Тихо. Блять, там. Все, я понял. Так, песка скачалась. Не знаю, зачем мне песка, но я, походу, буду баллистом. Походу, да, походу надо попробовать, на самом деле. Не, серьезно, да, качается у меня там песка. И, может быть, мы посмотрим ее, по крайней мере. Где там? Кто там еще? Сколько в тебя надо, слышь? Я вижу там базучка. Можно мне еще патронов для базучки подобрать? Сейчас проверим. Снайпер? Где? Только что видел прицел. Или мне показалось? Нет. Хотя, нет. Тут лучше беретку пока иметь.
Ладно. Поднимаем. Блин, концовка тут сложная. Очень сложная. По крайней мере, по сравнению с первой частью, гораздо сложнее. Туда, получается, я просто так не перепрыгну. Надо здесь, да, значит, где-то. Где-то тут обходить. Сокровища мне можно найти где-нибудь еще здесь? Эй! Так, еще одно достижение. Хорошо. Хорошо. Это, ну, не то чтобы хорошо, неплохо, неплохо. Вот так вот лучше. Что мы видим? Ни хрена. Видим какую-то дыру. Видим дыру. Какую дыру? О чем я говорю, да? Зачем ты туда зашел? О, нет. О, нет. Держитесь. Дедушка. Мы здесь. Ты был прав. Насчет чего? Все вокруг тебя идет к черту. Ну, спасибо. Так, вас нужно увезти. Даже не специально. Нет. Что будем делать? Ты нашел мою экспедицию? Да, нашел. Да, я нашел их. Ты понял, что мне пришлось сделать? Да. Да, если бы они нашли камень, это изменило бы ход истории. Тише, тише. Он забрал кинжал. Я знаю. Он отправился к башне. Останови его. Не двигайтесь. Я постараюсь, конечно. Лучше не шевелиться. В этом... В монастыре скрыт тайный путь в Шамбалу. Ты должен вернуть кинжал. Найти тайный путь и уничтожить камень, пока его не прибрали к рукам. Но ты не скажешь, где проход. Дрейк, да? Я должен сам найти. Ты или должен ты сам верить. Я верю. Софья. О, Нейт. Мы не можем бросить его. Разве у нас есть выбор? Ты слышала? Ты думаешь, все это правда? Не знаю. Но он верил. Этого достаточно. Пошли. Ладно. Но нам наверх. Я думаю, надо разделиться. Что? Нейт, послушай. На молекулу. Я пойду искать этот тайный путь, а ты пойдешь к башне и попытаешься отобрать кинжал. Ладно, хорошо. Только будь осторожна и оставайся на связи. Да, хорошо. Удачи. Нельзя к нему больше свечи. Окей, глава та же, вся, все та же. 23-я, кажется. Опачки, тихо, тихо. Так, мы здесь. Мы здесь, мы допрыгнули, мы молодцы. Так, а теперь я на веревку. Ну давай попробуем! Фух! Где? Где это было? Я не понял. Так, надо вот сюда. Раскачиваемся и потом только прыгаем. Отлично. У меня есть 3 выстрела с базуки. Вот и башня. Так. Чё? Нам, кстати, не дали вон туда вот дойти, посмотреть, что там. И сразу загнали нас в это здание. Хорош. Отлично. Да не, я не хотел. Ну хотя ладно, пойдет. Тихо, живи на этом.
На этом живем, на этом живем, все. Приходи в себя. Отлично. Отлично. Я хотел базуку переключить, на базучку переключиться. Но нажал не ту, не ту кнопку нажал. Ну, как обычно, что. Чему тут удивляться? Просто надо ее тратить, потому что. Ну, негоже ходить здесь с базукой и с пистолетом. Тем более у чуваков нету пистолета. Это значит, что у нас нет патронов для пистолета. Так что надо как-то, как-то так. Менять потихонечку оружие. Так, а куда? Или нам в дверь? Нет, нам не в дверь. Так, подожди. Вы откуда тут пришли-то? Я что-то не понял. Нам куда-то туда? Что-то я в этом сомневаюсь. Там я был. Да, там я был. Там вот веревка. Канат, то есть... Но это оттуда сверху. Мы там прокатывались, кажется. Да. А вот куда вот сейчас? Либо оно может быть наверх, подожди. Хотя нет. А, ну да, на... точно. Точно, точно, точно. Опачки. Опачки. Надеюсь, что я туда иду. Так, стелс, стелс. Сейчас буду вас учить, ребят, стелсу. Сейчас будет мастер стелса по карате. Но он не отворачивается, так что придется его убивать в голову. Сюда! Что ты материшься? Живой, что ли? Но он тут один оказался. Так что тут стелс не нужен совершенно. Так что забудьте все, что я сказал. Ну, залезь. Так, а куда? Так, я вижу, что-то там блестит. Мне кажется, нет? Мне показалось. Это там снег так. Так, а отсюда-то куда? А, все вижу. Просто давно не играл. Наверное, неделю, может быть, две. Опачки, отлично. Все, я здесь. Врагов не видно? Вражинок. Так, ну я, в принципе, могу сразу вот сюда вот допрыгнуть. Но сюда ли? Сюда ли нам надо? Да, скорее всего, да. Хорошо. В кого они стреляют? Какой на крыше? Вы там с кем-то воюете, вот и воюете дальше. О, твоя песенка спета. Красота! Ну с кем они воевали, я так и не понял. А, серьезно? Их надо убивать или они уйдут? Дальше куда? Наверное, вниз, да? А ты зачем я сюда вообще зашел? Так, я вижу канат. Нет, не канат, оказалось. Не, правда, зачем я тогда сюда запрыгивал?
Стой, ты игра меня хочешь обмануть опять? По-любому что-то есть. Может? Нет, никуда не можешь. Все, все, залезь. Ладно, тогда вниз. Вниз. Музыка-то началась какая страшная. Не могу аж. Гранатометик. Это хорошо. Хочу сходить на это вот вечное дерево, или как оно там называется. Так, это о, для пистолета отлично. Оно тут для чего? Я зачем пришел? Не для чего. Ну, хорошо. Там нам опять же не залезть. Ой, базучка еще. Хорошо. Давайте еще, пожалуйста. Дайте еще парочку. Парочку снарядиков. Не дают больше. Жадины, говядины. Так, если я туда, зачем? Скажите мне. Ну, тут я не залезу, да, уже? Да, не залезу. Тогда действительно зачем я туда ходил? Тут у нас что? Тут смерть. А. Но мне нужен тут кто-нибудь еще, да? Или нет? Или я один как-то справлюсь? А, ну окей. О, ты куда? Ты куда? Зачем? Я все осматриваю. Все, я очень любопытный. Я даже не знаю, кого бы я больше хотел увидеть. Людей, противников? Или вот этих вот йети, или как их там назвать? Так. Договорился, да? Залезь. Не, ну у меня вот это есть, конечно. Он умирает сразу? Нет! Его можно вообще убить или нет? Да, его можно убить. Кто пошел? А, нашел? Куда? Лови. Лови еще. А, все. Бля, серьезно? Так, ну, без базуки тут не обойтись, это 100%. Надо подумать, как мне туда перебраться сейчас. Где он? Если я спрыгиваю, он меня видит? Ну так, да. Ты мне не там не ци... Куда? Еще жив. Все. Ой, музыка эпичная началась. Надо выигрывать.
Уходить! Уходить! Выживать! Выживать! Прятаться! Да ну куда ты постоянно? Я говорю тебе, прижмись сюда. Пофигу, я базуку трачу. Где ты? Где ты? Кто ты? Ну, блин, ну я же со столбом стою. Зачем ты падаешь постоянно? Хорошо. Хорошо. Мы живы, это самое главное. Может быть тут... Ой, миниган? Не, не хочу. Спасибо. Тут еще один. Можно было сюда типа прокрасться, как-то пробежать, скорее всего. И уже миниганом разбираться с этими бугаями. Но у меня была базучка. Была RPG с собой. Так что я, в принципе, сразу же все разру... Не знаю, базуку брать опять с собой. В принципе, 3 патрона сразу же дает. Хорошо. Тут, кстати, тоже что-то есть. Да, вот тут надо было прыгать, оказывается. Ну ладно. Кто же знал, кто же знал? Я не знал. А, если... а ты если знал, то ты мне не сказал. Так что все. Так что все, ко мне точно никаких претензий не должно быть. Влезть в открытое окно. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Подожди, постой. Постой, постой, тихо. А как? Ну, я там, мне кажется, никак не допрыгнул. Не, ну давай попробуем, конечно. Конечно же, давай попробуем. Нет, нет. Куда? Ну, зачем ты? Наверх. Наверх. Отлично. А, ну да, вот здесь вот, вот здесь вот можно. Да я понял. Нет? Серьезно, ну залезь. Я понимаю, что открытое окно. Но я не понимаю, как туда залезть. Здесь он отказывается это делать. Может быть, с той стороны вообще? А, вон цепочку вижу, все, я понял. Все, я понял. Не дурак. Хотя, не, дурак, а зачем мне это? Наверх я тут не залезу тоже. Там, кстати, а, ну это... Не, ну как вариант опять поверху попробовать. Опять по лестнице. Как вариант? Я больше потому что не знаю. Сюда я не залез. Или залезу? Не, не залезу. Высоко слишком. А, ну да. Я так и думал в самом начале, на самом деле. Но когда я увидел этих двух с миниганами, решил, что лучше не рисковать. Лучше не рисковать, на... Ну, все. Ну и да. Ну и да, ну и молодец. Есть кто? Не-не, подожди. Ну да. Серьезно? Отсюда нельзя его сбить, что ли? А ты говорил, нельзя. Какие-то животные. Да. Наверное, мне стоило предупредить. Предупредить? Постой-ка, ты знал о них? Когда ты собирался сказать мне? Просто не надо попадаться им на глаза. Это очень легко.
Притворяешься мертвой и все. Возьму-ка базук сразу. Сразу же базук возьму. Хотя миниган тоже. Ой, миниган. Но вниз вряд ли. Зачем бы мне вниз, да, было? Главы такие длинные стали. Я понимаю, что это конец. Но зачем тогда было в начале делать такие короткие? Пришлите помощь! Тихо, Нейт, тихо. Боже, так я и так тихо. Убиты. Их разорвали в клочья. Они ушли туда. Что это за монстры? Я без понятия. Ну, в смысле, я знаю это. Типа какие-то зимние обезьяны. Или что-то типа того. Самое главное, что я к вам туда не пойду. Че, дурак, что ли? Тихо-тихо-тихо, не кричи. Не пали меня, воронка. Наверх? Скорее всего, да. Так, а тут? Тут ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не упал. О, наконец-то. Башня. А туда не надо? В принципе, ничего не сверкает там. Наверное, не надо. Но я вот так проползу, чтобы увидеть, что тут в уголке тоже ничего нет. Куда ты? Зачем ты? Ну нет, не надо. Ой, опасно, опасно, это очень опасно, тихо. Мне надоели твои отговорки. Просто дай мне еще времени, вот и все. Я дал тебе довольно времени. Я дал тебе этот кинжал. И что? Где же врата Шамбалы? Слушай, Зоран, мы же... Я прошел этот путь не для того, чтобы мой план был сорван. Мы знаем, что ответ скрыт в этой комнате. Его просто нужно найти. Меж тем, Трейк продолжает идти у тебя по пятам. Думаю, я нанял не того человека для этой работы. Конечно, не того. Но я бы вряд ли на тебя работал. Ну, в смысле, Дрейк. Вот ублюдок. Я попробую уладить эту проблему. Ты да, уходи. Останься. Продолжай поиски. Ладно. Все чисто. Думай, Хлоя, думай. Вот это мое. Нейт, уходи отсюда. Отдай кинжал. Они вот-вот вернутся. Иначе отберу его силы. И как я объясню, куда он делся? Могу втащить тебя. Как-нибудь выкрутишься. Ты умеешь. Тогда обещай мне одну вещь. Какую? Воспитывать нашего сына. Тварь. А, ну ладно. И ты про какую тварь говоришь? Итак, что именно я ищу? Без понятия. Вижу драку... льва. Ну, где-то я их видел. Нет, тигр. Так, это не то, что я вижу сейчас. Дракон. Какой-то демон, наверное. Это грифон, наверное. Либо лев все-таки.
ними как-то взаимодействовать можно или что? Так, загадка на миллион. А, листать надо. Я в ту сторону, надеюсь, листаю или назад. А, вот они. Все, вижу. Ясно. Каждое из этих существ связано с определенным цветом. А. Все, короче, вот этот петух красный, тигр зеленый. Как мне сделать их другого цвета? Думаю, барельефы здесь неспроста. Эти штуки нажимаются? Нет. Их можно передвинуть. А. Тут зеленый, 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 зеленый. Сюда. Возможно такое? Нет, это стоит неправильно. Нет. Черт. А, все понял, подожди. Кинь. Еще раз смотрим. Красный с огненным элементом. А этот с воздухом. Как бы понять еще, что тут. Ну вот, вот это может быть воздух, кстати. Лепесточек нарисован. Ну не знаю, только подбором, мне кажется, тут получится у меня. Ха. Да. Итак. Что дальше? Ну все надо расставить, ты что такой глупенький? Тут что нарисовано, я не вижу просто. Так, а остальные там что на них нарисовано? А, вот это какой-то лев. Snow Lion это. А, земли. Земляной элемент. Этот водяной. Ага. Ну, может быть, земля это вот именно круглая. Вряд ли, конечно. А, так на них нарисовано, что ли? Серьезно? Когда надо, сэр, нет. Нет. А, нет, одно и то же нарисовано везде. Не, ну... Ну, давай попробуем сюда. Нет. Тут какая-то лягушка нарисована. Это, скорее всего, вот это, наверное, водяной. Да, да. Значит, надо в руки брать, и тогда уже более лучше, тщательно. Так, тут какой-то цветок. То ли цветок. Ну да, тут вот цветок, а тут непонятная какая-то херня. Ну уже гадать сильно не надо. Давайте сюда пробуем сначала. Ну похоже, может быть, типа как свечи, огонь. Да. Ну это земля. Что тут земляного, только я не пойму. Надеюсь, что я правильно все делаю, а не просто так получается тут все у нас. Так, должно хватить. Черт, опять? Но я уже видел эти символы. Это вот эти? А где ты их видел, скажи мне? А, ну вот. Так. Зеленый это такой вот пузатенький. Пойдем тогда сразу к зеленому. Хотя мы тут возле
Это кто? Это земля, это желтенький. А, короче, серп и какая-то херота, да? Да. Как крутить? Во, вот это вот. Все, все, все. Серп и херота, окей. Идем к зеленому. Они тоже так, у зеленого. Определенным цветам. А, пузатый этот. Ага. Пузатый. Кто-то там пузатый, короче. Не-не, куда ты пошел? Вот он, да? Да. Так, у шарика. У шарик. Шарик у нас это белый. Это вода. Это... Как назвать-то это? Короче, ноги и... И пимпочка сверху. Это вот. Да? Подожди. Ну, вроде бы да. И остался у нас только... Треугольничек. Это красное. Стул со змеей. Вот, стул со змеей. Нет, неправильно. Или куда-то надо нажать? Что-то неправильно. Так, давайте проверять. Давай проверять. А с такими штучками. А тут немножко, да, другое, кстати, в натуре. Или так выглядит. Вот, да, точно. Одну, одна неправильная была. Ого! Вот и ого. Тут три стороны, как у кинжала. Так, так. Что у нас тут? Мне отсюда вылезти теперь? Или это лестница? А, ну, как вариант, да. Да. Есть. Елена, ты слышишь? Да. Кажется, я нашел тайный вход. Серьезно? Да. Серьезно? Видишь подножье скалы, там, где статуи? Ага. Встретимся там. Есть. Я уже иду. Подожди. Фу, мать твою! Да ты куда? Залезь, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой! Надо убегать? Надо бежать? Надо торопиться или что? Куда дальше-то? Дальше-то куда? А, тут проход, оказывается, есть. Оказывается, проход. Елена, я все с гранатометом вожу. Да. Эй, я здесь, я вижу тебя. Что они там делают? Кажется, они валят. Сразу видно, когда за дело берется гений. Угу. Так, тут пусто. Так, я готова, когда скажешь. Так, вы бы, ребят, в одну кучку все собрались? Эй! Да, засекли. Засекли. Ничего страшного. Забыл, что это у нас. Чё? Вы чё? Вот так.
Что, есть кто-нибудь живой? Есть. Да ну куда ты бежишь? Куда ты скачешь-то, как индюк? Ой, нифига себе. Не-не-не-не-не. Пошел-ка ты. Где базука? Как ему удается это сделать? Как ему все это удается, а? Да ты серьезно? Да, так будет получше, наверное. Потерпи, будет больно. Красавчик! Да выгляни давай. Он с одного раза, да, убивает? Вот это прикольная тоже вещь. Не гранатомет, конечно. Еще откуда-то прицел был. А, откуда? Где? Вот так. А я могу, интересно, пробить его защиту? Ну прилипни, пожалуйста, зачем ты прыгаешь? Ты дурной? Придурок оконченный. Спасибо. А, это лента, что ли? Все, у меня патроны закончились. Всего. Нам можно было найти. А зачем? Я кончусь с этой игрой. Спасибо. Не, ну наверх-то можно, кстати, залезть. Там сверху будет удобно. Я сейчас вспомню, как я это сделал. А, вот здесь вот. Или нельзя? Нельзя? И тут он не допрыгивает. Ну ладно, тогда идем, да. Ленка, ты очень плохо прикрываешь меня. Очень-очень плохо. Блин, ну почему бы, кстати, не из этого? Дурак! Ну, конченый ублюдок, а? Ну, серьезно?
Ребята! Берегись! Молодец! Почему в первый раз ты не мог так сделать? Берегись! Ой, хорошо. Прям замечательно это было. Где там еще кто? Сумасшедшие камеры, из-за них вообще очень неудобно играть. Да, наверное, тайный вход, только я не знаю, мне к нему надо идти или куда. Просто какой-то проход есть. Темный ненужный проход. Никуда не ведущий. Ну, конечно, к разработчикам... Вопрос. Зачем делать такие длинные главы сейчас, а в начале игры делать их по 6 минут? Это здесь. Вот. Надо крутить. Вчетвером, да? А что, на ящиках какая-то фигня написана, нарисована? Помоги-ка мне. Ладно. Давай, давай, активней. И не надо нудеть. Не нуди. А сейчас дерево живет, смотрите. Внимание. Откроется проход, Нейт? Оказывается. Подумать только. На самом видном месте. Идем сюда. Должен быть какой-то способ быстро спуститься. Так вот есть он. Они хотя бы не скучают. Ты видишь? Назад. Куда назад? Куда идти-то? Какой назад? Куда, Ленка? Ленка, подсказывай, я ничего не понимаю. Или вниз все-таки? Тут некуда. Тут тоже некуда. Скорее всего, вниз. Но не сюда. Ух. Слезай. Изи. Давай, выходи. Давай, лови. Есть кто-нибудь еще? Как ты себя чувствуешь? Я замечательно, или ты у кого спрашиваешь? Они спускаются по стене. По какой стене? Бля, серьезно? Да подожди! До него добрался.
Капец. Угораздило же меня пойти именно туда, откуда они прут, а? Серьезно. Не-не, тут были патроны. Так, а там что? Там тупик, да, будет? Я просто не могу не сходить. Да ну, Ленка, ну что ты, блин? Что ты? Спасибо за веревку, парни. Надеюсь, наверху ничего страшного. Но... Путь Надеюсь. Свободен, идем. Я слышал какой-то рык. А, тут я был. Тут всех перебили. Темнота, друг молодежи. В темноте не видно рожи. Мы уже близко, я знаю. Прям не видно нифига. Чё? Близко? Тут двери. Мне нужна помощь. Хорошо. Какие двери? Ладно, давай. Вот и он, Елена. Тайный вход в Шамбалу. Путь в Шамбалу. Наконец-то. 23 глава завершилась. Ладно, давайте на этом пока заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Я думаю, это уже последняя глава, наверное, будет. Там тут то ли 24, то ли 25 глав. Я точно не помню. Ну, в общем, совсем чуть-чуть осталось. И все, на этом пока. Пока-пока.